И когда оно вернется домой, может быть, все это глупо, по-детски и несерьезно. Вся Кончита будет петь. Давай. Какого числа у нас? 21-го. 21 мая, мать его за ногу. Кончита Бонита. Программа «Квартирник. Антидепрессант». И, пользуясь случаем, хочу задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину. Как мы все-таки будем поступать со свободой слова, свободой собственности, правом на неприкосновенность личной жизни? О, Боже, кто это?